сегодня на шопинге. Купила себе джинсы. Ну, не. Я сегодня. Ну что, Люд? Нет, просто я не знаю, посадки, а не спине. Не то, да? Тогда берите те и все. Да. Они классные и цена хорошая. 699 гривен джинсы. А где Дёмин джинс? Так что, зовем его? Да. Все, уже закончилось. Мы в Терцеллине. На окраине города. Это мы забрались, конечно. Ну, тут прикольно. Людей много. Берем такие, те, которые должны быть slim модели. Мы их берем на 3 размера больше, чтобы они как бойфринги смотрелись. И они смотрят как круто. Это вообще запоминать. Раскабанеете будет джинсы. Нет. Я думаю, у меня скоро 42-й раз. Что ты жрешь? В КМДА, да? Да, я ем в КМДА. Люда, а ну просто постоянно нормально. А, 2 раза. И не надо ж бегать по Мариинскому парку. А Мариинский парк? Ну я там на свиданке бегала. А. Мне кажется, не 70, а больше он себя ведет, как маленький ребенок. Слышишь? Ого! Ого! Будем кататься? Нет. Писец. Давайте вы с плюсовцом покатаетесь. Что? Ты с плюсовцом покатайся в 8 минут. Ну, слепи. Хорошо.
Что-что? Дедушка, да. О, а вот еще какая-то лодочка. Прикольно. В общем, в следующий раз я приезжаю, мы не пьем, а идем кататься, а потом пьем. На вот эти литочки? Ну, на разное. На разное? Да, на всем по чуть-чуть. По чуть-чуть, не по-моему. Не, литочки такие еще ничего. А вон, типа, такая штука. Тут вверх есть. Да. Вот это классно. Вон сзади меня. А, ну это обычная лавочка. Прикольно. Вон еще типа лабиринты такие, на которых можно лазить. Как по мне, то достойный торговый центр. Можно и пошопиться, и вкусно покушать, и провести время. И оттопыриться. И оттопыриться. Оттопыриться, вот там. Не, Люд, мы с вами будем на машинках кататься, на вот этих. На машинках? Да. Вы туда не влезете. Блин! Только до 35 размера жопы. Блин! Это, кстати, моя подружка, мы с ней раньше работали. Ее зовут Ира. Hi. Привет! Привет, YouTube! YouTube канал, нет? Да. Сейчас в таком заведении корицей. Ир, ты опять жрёшь? Ага. На ночь? Ну да. Тебе не стыдно? Нет. Молодец. Ирочка любит покушать. В любое время суток. Еще и большие порции. Съедает больше, чем я. Stop it now. А худая вот такая. Не, ну молодец. Не завидует. Ведьма. Мы ждем еще одну порцию крылышек. И кто теперь корова? Я знаю, что я корова. Наливай шампанское. Я хочу пить. Я бармен, провинил. Да ты вообще... Ира вообще-то гуру, гид по заведениям Киева. Она уже была в каждом заведении. Я вам скажу так, что так говорят абсолютно все, но я никогда не знаю, куда идти. Но ты не знаешь идти, потому что ты... Куда идти? Потому что ты уже много где была. И поэтому тебе хочется новое место и пить всех страх. Буду резать, буду пить, буду я. Классный вид. Конечно. Скажи, как ты докатилась до такой жизни? На самом деле процесс качения. Качение? Начался давно. Качусь я давно. Кочевание. Или качение. Со мной весело снимать видео. С тобой всегда весело.